Если ты сейчас прямо поставишь лайк, то тебе будет вот такой вот огромный, огромный тортик. Тортик, тортик. Сейчас мы будем гоняться в этом тортике. Всем привет, с вами Тортик. Всем привет, с вами... Мы сегодня кушаем. Диксон, Филиппин. Так, что нас дальше ждет? Это что? Где чекпоинт нас? А где нас ждет чекпоинт? Так, окей. Он нас ждет сверху, но меня очень мерзко взяли и опрокинули. А, мы внутри тортика будем гоняться. Круто, 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 круто. Скутер, скутер, крутер, крутер, да. А теперь угадайте, на каком месте, Алёша, я. Я на втором. А ты? 25. Так, ну если здесь гоняться по кругу. Залететь в этот тортик. Да, здесь по кругу гоняться, окей. Я еще против движения, так скажем, да, здесь? Так, здесь дальше куда? Куда дальше? Куда дальше? Жесть какая-то. Стритизерша из тортика вылезет. Стритизерша, сейчас я стритизерша тут. Я ничего не понимаю, что с этим тортиком не так. Так, тортик, я завершил этап с тортиком, отлично, я еду первый. Что так? А, ты откуда взялся-то, мэн? Мне каким-то образом повезло, это очень хорошо. Да нет, плес, ну... Ну, пацаны, это просто мясо какое-то лютое. Это торт, а не мясо, ты не путай. Я просто представляю, знаешь, там, всем привет, мы сегодня празднуем день рождения, у нас есть много чего, либо надо тортиков, здравствуйте, и, конечно здравствуйте. Же, нам сегодня 10 лет. Я так себе хорошо сейчас сделал, я так хорошо сейчас подло Давай. Поступил, что мне, в принципе, выгораживают меня и мою первую, да ёпта! Наконец-то я взял первый чекпоинт, ребята, можно Сволочи. Поставить? Сволочи! Максим, 21 годик называется. 21, я недавно тебе было 5. Очко? Твоё. Что? Щито, мэн, щито. Дальше щито, куда? Камеры смотри, накрутятся, давай, 13-е, 12-е место, я хотя бы вырываюсь хоть куда-то. Но... Врываешься в здание, давай, давай. Бэнг, бэнг, бэнг. Батя, Макс батя в здании. Да. Так, что у нас тут вниз надо? Давай, ёкарные бабоны. Ой, здравствуй. Ой, как это было давай, мерзко. Давай, давай, давай. Здравствуйте, красиво врезались меня. Как же красиво. А где у нас тут чекпоинт, ребята? Где у нас тут он? Ну, Макс, пройдем. Так, давай, красиво. Давай, давай. Я пройду это все, я смогу. Я это так, сделаю. Аккуратно, аккуратно. Ой, аккуратно, как же они мимо это все проскакивают. Это очень хорошо, что они проскакивают. Это мерзкая гонка, ребята. Так, вот сюда вот надо, что ли? Окей, окей, я все еще первый, и я уже иду на следующий этап. Вы представляете? Вы Алёша сегодня прям не Алёша. Да, то. Я не знаю, как это описать еще иначе. Так, 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 так. Да камера, ну что, не вижу ничего ведь. Воу-в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 оу. 360, ноускопы, всякие муты, замороты. Так, ну ладно, хотя бы вот на 4 как креста красиво. Все, финиширую первый, еее. Ребятки, у нас сейчас просто будет адская, мерзкая гонка. Если вы смотрели предыдущую серию, самая первая гонка это... Вот это вторая гонка от того же самого автора. Да, короче, автора. Ты, я сам ничего не понял, что ты пытался объяснить. Ну, вы поняли, короче, да, алло. Алло. Начинается веселье, пока. Начинается, я еду за Максимом всегда ровно, так. Воздушный багет, только не подбирайте. Так, замес, вот прошу. Замес, тихонечко. О, замес такой хороший. Сейчас ворвать этот воздушный багет. Тише, тише. Ой, как изысканно, я сейчас это все прокажу, ребята. Давай. Задолбали. Что там у вас происходит, ребята? Макс, миллиметраж видел? Тогда. Ну хватит, прошу, я сюда. Надо говорить чечен. Мне подпираться. Так, тихо. Так, Макс, давай, Макс, давай, ты подпираешься сам. Отойди, ну иди, братец. А, блядь! Диксон, ну ты зачем? Получилось. Уже какую просто гонку подряд ты просто меня там троллишь. Ой-ой-ой, это опять, смотрите, какие жесткие рампы-то, а. Жестокайшая, жестокайшая. Ох, попотеем сейчас. У меня первое место, мне очень хорошо. Диксон, хорош, я бля. Я слушаю просто Алешины предъявы по поводу этой гонки. Диксон, ну, это, перестань, плес. Ой-ой, тише, 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 так, 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 так. Здорово, Лех. Здорово, Лех. Здорово, ёпт. О, нет, я застрял, штучки нет. Слишком меня быстро обгоняют, ребятки, я не понимаю, почему, я просто хочу аккуратно пройти эту гонку. Правильно вошел в поворотец. Да как тут, что за человек-то мог вот просто посреди рампы, он застрял. Алло, вот такого же. Вот, ребятки, про что я говорил. Аккуратно проходишь рампу, и ты первый. Или не я ты первое место? Не-не-не, не ври. Я второе как минимум занимаю сейчас. Ух, я вот. Я на рампе был, я погнал и вылетел. Я вот третий еду, брат. Вот кто первый. А, не взял. Окей, окей, давай. У тебя зеленая машина, Леша, да? Да. Лягуша. Алеша жаба. Лягуша не Алёша. Давай, давай, давай. Лягуша не Алёша. Жопа жирная. Лягуша это Алёша. Лягуша. А, я взял чекпоинт, пацан. Там еще какая жесть впереди. Сейчас в горочку разгону. Алёха обгоним по профессиональному навыку.
Навык твой говно, я не спорю. О, сосите пайсмен. Так, 18 секунд. Скоро вы ошибетесь, я вас обгоню. Я не тороплюсь, поверь. А вот ты да. Я нет. Я просто еду на автомате, и мне хорошо. Я опаздываю. Сейчас бы еще врезаться бы нам, вот тут где-то было бы прекрасно. Да, на этой белищей закоулочной трассе. Так, 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 слегка дрифт удал, но это плохо, это хорошо, нормально. Скорость, это главное, не терять. Хорошо. Почему я второй? Молчанов! 77! Становись! Кто-то поберегись! На первом месте, реально, подожди, Молчанов какой-то? Да, да, да. А, ну мы вообще близко едем друг но за дружкой. Но я уверен, что он, скорее всего, нам отдаст эту первую позицию кому-то из нас, потому что он у финиша любит останавливаться, чтобы пропустить нас. Два круга, лёд. Что? Да, второй вот круг. Тебе у нас второй круг пошел, Леха, я за тобой еду до сих пор. Главное, это не ошибаться. Фух, прошел. Давай. Ой, жесть какая, лютая. Прошел, как же это жестоко-то, а? Дагдаун, вообще, Карл. Дагдаун. Тут даун. Get down. Ты как же потно мерзко сзади-то, а? Второй круг. Ух, выдержал. Капец, как? Сам не понял. Да это, ну как вот Леху-то догнать, он не ошибается, и я не ошибаюсь, и кто-то ошибется уже в конце концов и смирится с тем, что он проиграл или выиграл. Очень напряженно, сука. Пишите в комментариях, за кого вы болеете. За меня, конечно, вы че? Ну мой же ролик за меня же, за Лешу же, да, точно. Нет, вообще за Томми можно поболеть, как бы поддержать его. Да, в данной ситуации. Я там 7-й еду, пыль вашу глотаю. Ну не нашего, давай. Чуваков, которые на четвертых местах, и пятых, и шестых, ну там, понял, логически. Хорошо, да? Пошел. Я с вами просто даже не разрыв идет. У меня вот как Леша был разрыв 18 секунд, так и остался. Ну да, что я... Что это такое? Мне кажется, Леха, мы с тобой вообще даже ни разу и не поменяли расстояние между другими. Да, кстати, есть такое. А нет, поменяли. Пока, Торопись, я тебе советую, да. О, хорошо. Давай, торопись. Только не под... Не подрежь меня, пожалуйста, брат. О, точно! Иди нахер, чувак, иди нахер! Отошел! Сахер! Шоколада сахер! Навернись, брат! По-братски, навернись! Отдай мне место! Не навернусь! Ай! Ой, лицо сеньорита! А, у меня чуть ли не было гамбита-бомбита. Так, ну я аккуратно прошел, я, конечно, скорость сбросил, чтобы это пройти, но пришлось. Это жестко, ребята. А ты как так обошел меня? В каком-то ты месте так быстро смог это сделать? Я не знаю, в трубе какой-то получилось, случайно причем. По-моему, там... Сейчас мы просто решал. Поменялись расстояние. Да, кстати, да, есть такое. Подожди. Давай, жми. Не могу же я отдать эту позицию, нет. Ой, я сейчас представил просто вот эту гонку на 99 кругов на выживание. Оу май гад, мэн. Оу май гад. Давай. Мы оба слишком так плотные. Мы просто не срезаем это расстояние, какого хрена? Так да, я не знаю, но это очень равносильно. А я с вами срезал 5 секунд. Равносильно идем, равносильно вообще, ровень давай, в ровень. Давай. Опа-па-па-па, так скоро будет где-то финиш. О-ля-ля, мучачо. Надо уже наконец-то вот ехать быстрее. Чувак-то вообще перед нами. Слушай, Леха умотал, пока мы с тобой боролись. Да, есть такое. Максим, привет. Пока. Я ваш герой. Нет, отошел. Лес, уйди. Не надо. Не трогай меня. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля? Танцуют чего звезды и луна. А ты опять сидишь один. А ты все дрочишь у окна. Вот беда. А ты сука. Ты чё вообще это, там попутал стрижь Вася? Слушай, Вася, попутал вообще, а? Нет, я тебя задел, зачем задел? Сифилисом главное не заболеть за потом. За что задел? За чувство. Пидорас, ёбаный ты, гной, блядь! А, вылетел. Это топчик. Пидорас, сука! Моё место. Нет, все ровно, ты сам задел меня, брат. Бля! Ребята, это топовая гонка, и особенно финалочка вообще выдалась на ура, поэтому я думаю, что эта серия сегодня действительно заслуживает лайка. Мы с Лехой боролись прям вот, одна из самых напряженных серий, по-моему, да? Да, кстати, да. Меня, кстати, чувак лагает. Ну все, короче, пока лайки, пакет, ссылки да. В описании. Подпишитесь, пожалуйста, колокольчик нажмите. Не забывайте нажимать на аннотации, которые вам предлагаются в конце, потому что я их вот от души выбирал для вас. Вот там выберите, все, пока.
say no, and now I look through. Flexing my backyard roller coaster with my face on a giant poster. Tonight we're having oyster with the Kobe's taking the toaster. Wait.